Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Paradise. Меня зовут Никита. Сегодня, чему будет у нас посвящено видео? Сегодня хочу презентовать вам новую новостройку, которая вот на вот таком вот самом начальном этапе. Сейчас в Махмутларе. Мы находимся в 300 метрах от моря. Это самый конец Махмутлара. Там дальше уже Каргиджак начался. Вот, на сегодняшний день вот так выглядит у нас наш проект. Здесь раньше, сейчас появится у вас на экранах, здесь раньше стояли вот такие же домики, они пошли под снос, и вместо них сейчас вот здесь будет новый современный жилой комплекс, полностью со всей внутренней инфраструктурой. Сейчас на экране у вас появятся макеты. Чем интересен нам данный проект? Конечно, он интересен ценой. На сегодня самая недорогая квартира 1 плюс 1 здесь стоит 39 тысяч евро. Плюс на таком этапе вы, конечно, можете взять беспроцентную рассрочку. То есть можете заплатить. Здесь первоначальный взнос составляет всего 25%. 25% платите, а остальное все раскидывается до конца строительства. Конец строительства сентябрь 2021 года. То есть первоначальный платеж где-то в районе 9,5 тысяч евро составляет. Все, и остальное распределяете до конца строительства. Рассрочка беспроцентная, повторюсь. Так, это кто? Так, сейчас, секунду. Что касается застройщика, друзья, застройщик довольно-таки известный. Застройщик помимо жилых комплексов строил там и Бургер Кингу, и сейчас скажу, ну, Беко. В общем, строил здания таким известным компаниям, коммерческим, в общем, компаниям, правильно я говорю? Социальную всякую инфраструктуру. В общем, друзья, объект интересный, 300 метров до моря, рассрочка, начальный этап, цена интересная. Первое, да, что нас интересует, от 39 тысяч. Под этим видео я оставлю ссылку, на нем будет полностью весь прайс-лист. Перейдете по ссылке, посмотрите. Вот, какие-то вопросы возникнут, обязательно звоните по WhatsApp. Вот сейчас появится у вас на экранах. Полностью консультацию дам по этому объекту. Консультация, конечно же, бесплатная. Все, друзья, на этом все. Звоните, обращайтесь, буду рад вам помочь. Всем пока. В качестве постскриптума, друзья, давайте покажу вам дорогу до моря. В прошлый раз я... У меня есть ролик, где я не туда поехал. Поехал направо, надо было налево поехать, и у меня так растянулось. Но вы имейте в виду, что вы же не на машине будете ехать до моря эти 300 метров. Вы вышли пешочком, прошли. Вам не обязательно ехать там по центральной дороге. Вот, за вот этими домами уже, в принципе, море, все, пляж. Сейчас я вам покажу. Повернем здесь налево. Видите, здесь сразу же рядышком Мигрос вот большой находится. Море, да, за вот этим домом. Ну, сейчас видите, вы бы прошли просто пешком, прямо прошли бы, нам необходимо найти поворот. Мы не можем между домами проехать. Вот ближайший поворотик направо. Смотрю, вот там даже пельмени, молочное варенье, сгущенка. Какой-то вот тоже русский магазин здесь. Ну и вот оно, друзья, море. Вот оно море, прекрасная набережная. Вот здесь строится на первой береговой, буквально в 300 метров, да, от нашего объекта. Тоже новый жилой комплекс, но здесь ценник раза в 3 больше. Ну, в два раза больше, чем в объекте, который я сегодня вам презентовал. Все, друзья, мы направляемся в Обу. Всем пока. Еще раз пока.